я стараюсь совместить вот наши научные достижения, которые знания, умения, которые у меня накопились за 20-летний опыт работы в институте, стремлюсь перенести в практику, которая мне позволяет проводить вот сотрудничество с коммерческими организациями. Уже на протяжении 5 лет непосредственно занимаюсь исследованием инвазивного карантинного вида вредителя. Я отслеживаю его распространение, распределение. Для этого использую вот и IT-технологии, связанные с построением диджитал-карты. И так постепенно мы пришли к тому, что используем вот в этом году первый раз дроны, да, для цифровизации и мониторинга сельскохозяйственных угодий. В совместной работе с Drone Assistance мы проводим мониторинг участков при помощи беспилотных летательных аппаратов, а также в этом году использовали дроны для применения пестицидов. У нас в институте довольно много женщин занято в научной деятельности. Соответственно, у нас в лаборатории есть женщины-химики. Вот всего у нас в лаборатории 4 химика, и 3 из которых женщины. То, что касается научной сферы, вот я не вижу здесь преград или разделений, да, по половому признаку. Сельскохозяйственное производство и так нелегкий труд. С физической точки зрения, возможно, женщине труднее, чем мужчине. Но опять же, это стереотипы. Сейчас сельскохозяйственное производство выводится на современный уровень, имеются современные помощники, машины, устройства, которые призваны упростить затраты, трудозатраты на то или иное производство. Учитывая то, что я на протяжении 20 лет работаю в защите растений, связанной именно с биологическим методом защиты, которая обеспечивает экологическое земледелие, направлена на сохранение окружающей среды, направлена на здоровье человека, на сохранение биоразнообразия в природе, в мире, да, в нашей Молдове, то, конечно же, я мечтаю, чтобы снизить пестицидную нагрузку, чтобы мы имели в доступе экологически чистые продукты питания. Я получаю удовлетворение от того, что я делаю, потому что я вижу, что мои знания, опыт, мои навыки, они приносят плоды людям, помогают сельхозпроизводителям. Вот для меня это самая большая мотивация.